В общем, вчера ночью бронирую отель, заселяюсь в город Тегал, вот здесь вот, ну это где центральная Ява уже. Все, оплатил, прошла оплата по карте, по визе, вот, приезжаю в этот отель, время часов 12, выходят два чувака, что-то сначала пытались, 250 тысяч, я говорю, у меня все по карте, прошу, какие 250 тысяч, минут 15 что-то пытались меня причесать еще на полтинник, вот, не получилось у них, потом, короче, часов в 5 утра мне долбит в дверь, дает начальника трубку, раза три долбил, я ложусь спать, я говорю, давай утром разбираться, ничего не понятно, половина через переводчика, половина он так что-то хочет сказать. Вот, типа, ладно, решили на том, что утром разберемся. Я, короче, утром встаю, собираю вещи, подходит с переводчиком. Ты не тот отель вообще заехал. Я говорю, как не тот? А там на одном здании две вывески. Тот, который я оплатил, это View Apartment и соседние. Я говорю, блин, я ничего не знаю. Я говорю, вот название твоего отеля, вот твой отель. С твоими балконами, с твоими комнатами. Не, ничего не знаем, 250 тысяч доплачивай. Ты вообще не кто-то оплатил. И вот такой вот развод, опять минут 15. Я сел на лавку, сижу, думаю, ни хер с ними. Я говорю, дает начальника трубку. Опять начальник звонит, ой, извини, ты не в тот отель заплатил, туда-сюда. Я говорю, ну окей, не в тот, а не в тот. А они двери закрыли, двери на замке, на воротине. Вот, я говорю, ну и все, не в тот. Я говорю, вызывай ментов. Он такой, что-то раз такие, переглянулись между друг другом, ментов вызывать. Такой, ладно, клин, no problem, чисто, все нормально, выезжаем. Я говорю, ну все нормально, так нормально. Ну, короче, вот такой развод у них тут местный, видимо.